Пилот вернулся и, похоже, притащил дуговой инструмент. Мы еще свалим из этого ада. Отлично, пилот Купер. Теперь можно запустить энергоснабжение маяка. Кабель в порядке, капитан. Рад, что вы вернулись, сэр. Как раз вовремя мы восстановили систему, осталось лишь подать питание. Пилот, силовые реле в камере отключены. Вы сможете запустить их вручную с помощью дугового инструмента. Я надеюсь, что инструмент стоил всех мучений. Осторожно, выявлен высокий уровень радиации. Костюм даст вам лишь временную защиту. Рекомендую двигаться быстро. Я бы там не задерживался, иначе можно не слабо так поджариться. Готовьте инструмент. Когда открою дверь, каждая секунда будет на счету. Ладно, открываю дверь через 3, 2, 1. Вперед! Запускаем маяк! Открываем заслонки! Диагностика завершена. Мощность 100%. Перенастроить наведение антенны. Запущена перенастройка модуля наведения. 50%. 70%. 80%. 90%. Внимание! Выявлен сбой. Аварийное отключение. Твою мать! Что там случилось? Отвечайте! Неясно! Какая-то охранная система! Капитан, модуль наведения отключен. Проклятие, держу пари, АМС на подходе. Разумное предположение. Маккорд, можно обойти этот модуль? Нет, сэр. Если только мы не хотим отправить сообщение всему флоту АМС. Придется чинить этот модуль вручную. Пилот, теперь вся надежда на ваши таланты. Похоже, пилот, придется нам еще раз прогуляться в пекло. Устранить неполадку на месте и вернуться сюда как можно быстрее. Будьте осторожны. Мы уже потеряли там немало отличных бойцов. Сканеры обнаружили тело пилота. Он зафиксирован в моей памяти как превосходный боец, достойно проявивший себя в ходе операции «Излом». Что за «Излом»? «Излом» — кодовое наименование крупной операции по добыче топлива, проведенной ополчением на планете Виктор. Мы понесли тяжелые потери, однако флот уцелел. Черт. Сканеры обнаружили действующий модуль наведения 428 метров к северо-востоку. Согласно моему анализу, единственный вариант здесь бросок. Я переброшу вас туда. Ты точно уверен? Вероятность успеха 68%. Ветер 3 узла, направление 274, дистанция 95 метров, вес бросаемого объекта 89 килограммов. Доверьтесь мне. Хороший бросок. Рад помочь, пилот. Удачи вам там. Рихтер, это Близ. Я-то слышу. Этот чертов пилот пытается наладить маяк. Разберись. Рассчитываю на тебя. Конец связи. Всем силам безопасности, это Рихтер. Быстро к маяку найдите этого kleiner Mann und lass mich nicht hängen. Принято. Зулу 1, Кило 1, начинайте. Альфа 2, спускайте бойцов. Вперед! На пути к вам десантные корабли АМС. Рихтер, это Близ.
Я-то слышу. Этот чертов пилот пытается наладить маяк. Разберись. Рассчитываю на тебя. Конец связи. Всем силам безопасности это Ришта. Быстро к маяку найдите этого kleiner Mann und lass mich nicht hängen. Принято. Зула-1, Кила-1, начинайте. Альфа-2, спускайте бойцов. Вперед! К вам десантные корабли АМС. Будут через 3 минуты. Цель близко! Thank you.
Кило-1-4, замечен вражеский пилот. Кило-1-4, вы меня слышите? Кило-1-4, прием! Внимание всем, Кило-1-4 не отвечает. Готовьтесь к столкновению на четвертом маяке. Принято. Мы на четвертом маяке, готовимся к перехвату. Нарушен модуль наведения. Проверьте дисплей. Зула 1-6. Группа на четвертом маяке уничтожена. Возможно, пилот пытается провести оттуда передачу. Зула 1-6 Рихтеру. Намерения пилота неизвестны. Возможно, пытается увести нас от Титана. Райан, займитесь пилотом. Насчет Титана у меня другие планы. Переместите антенну до упора вправо, чтобы добраться до нее. Альфа-2-1, он уже убит. Доложите ситуацию. Рихтер, нам нужна поддержка. Пилот врага все еще действует у маяка 4. Поддержка? Typische AMC Schwachkopf. Высылаю поддержку. Thank you.
выключатель антенны. У противника противотитановое оружие. Запрашиваю помощь. Противника. Пехоту противника. С возвращением, Купер. Рекомендую произвести зачистку зоны перед началом ремонта. Ловец уничтожен. Цель устранена. Жнец уничтожен.
отряд уничтожен! Нужна поддержка! Все угрозы устранены. Зона безопасна. Вы в порядке, пилот? Почти. Но было жарко. А ты как, Бити? Отчет о повреждениях. Все основные системы работают нормально. Несмотря на вашу самооценку, уверен, что вы бы заслужили похвалу капитана Ластимозы. Спасибо. Протокол 2. Статус задания обновлен. Заменить модуль наведения. Разъем для модуля находится наверху антенны. Требуется перемещение броском с последующим самостоятельным подъемом. Слушаю. Кейн и Эш мертвы. Кто-то убивает твоих наемников, и, похоже, у него одна из наших раций. Я знала, не стоило тебе нанимать этих недоумков. Привет, пилот. Это Кубен Блиск. Ты ведь слушаешь нас? Хочешь быть героем, значит? Ну ладно. Давай, если шило в заднице. Но на твоем месте я бы так упорно не лез на рожон. Дольше проживешь. Антенна автоматически придет в правильное положение после установки модуля. Беги! Попался. Антенна снова работает. Возвращайтесь, и мы отправим наше сообщение в мозг. Прекрасная работа, сэр. Рихтер, это близко. Я уже иду туда. Конец связи. Это Рихтер. Перехватите и уничтожьте этого пилота, а потом убейте оставшихся ополченцев. Жнецы на подходе. Бойцы ополчения, заблокируйте комнату управления. Обнаружен противник. Принято, сейчас сделаем. Будем помогать вам отсюда.
Внимание! Замечена аномалия. Возможно, вражеский титан. Айвс, я тут думаю, кого повысить в звании. А еще думаю, кого убить. Решайте сами, кем быть. Und jetzt macht ihn fertig. Дайте ему уйти живым. Посмотрим, на что ты способен в честном бою. Oder willst du weglaufen wie ein kleiner Junge? Ядро ветер. Ну начнем, дуй, идиот. Верный поведение. Опасный. Рекомендую покинуть кабину. Все системы в норме. Гринье, запускай! Есть, сэр. Процедура передачи запущена. Работаем. Мощность сигнала 25%, и она растет. 60%, пока порядок. Почти. 80%. Мощность сигнала максимальная. Можем начинать передачу. Передается поток данных. Ожидание отклика. Надеюсь, хоть кто-то там еще уцелел. Понял. Говорит командир Сара Брикс, отряд мародеры РСБ ополчения. Назовите себя. Командир Брикс, говорит BT-7274. Директива 2. Выполнить задание. Передача данных флоту, закрепленному за РСБ. Принято. Рада слышать, что с вами там все в порядке. Мы сейчас принимаем ваши данные. BT-7274. Твой регистратор зафиксировал смерть прежнего пилота. Верно. Капитан Тайло Стимоза погиб в бою. Теперь я закреплен за временным пилотом, стрелком Джеком Купером. Погоди-ка. Ластимоза закрепил тебя за стрелком? Да. У него не было выбора. Хорошо. Мы скоро передадим тебя опытному пилоту. Возражение. Мой пилот Купер. Коэффициент нашей боевой эффективности превышает 90%. Запрашиваю разрешение сохранить закрепление. Тебе повезло, что мы в трудном положении, Бити. Разрешение дано. Это большая похвала со стороны машины Купер. Ваши данные сканирования ковчега помогли нам найти его энергослед. Он тут, на Тифоне, на базе АМС. Времени в обрез. Начинаем! Начинаем!